Хлеб, консервы и другие продукты российские военные доставили в сирийский Алеппо. Очередную партию гуманитарной помощи они привезли. 15 тонн грузов раздали беженцам и мирным жителям наиболее пострадавших районов города. Общий объем гуманитарной помощи, доставленной сегодня, составляет около 15 тонн. Состав продуктовых наборов, которые в коробок весят 9 килограмм, входят вермишель, макароны, сахар кусковой, сахар, песок, мука, чай, масло кукурузное, масло подсолнечное. Помощь оказывается мирным жителям и беженцам района, проживающего на территории района Шейх Максуд.